Да, можно. Отсутствие голограммы сервисного обслуживания нисколько не влияет на работу контрольно-кассовой техники в фискальном режиме. Если контрольно-кассовый аппарат зарегистрирован в налоговой инспекции и обслуживается в сервисном центре, то поводов для штрафов нет. Такой вывод есть в постановлении Президиума Высшего арбитражного суда номер 14447/03 от 30 марта 2004 года. А вот если на кассовом аппарате отсутствуют пломбы, либо они повреждены, то данный кассовый аппарат использовать уже нельзя. Это сказано в пункте 3 положения утвержденного постановления правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года номер 470. Иначе компания также грозит штраф по статье 14.5 Кодекса административных правонарушений.